Привет. Расскажи, пожалуйста, почему ты здесь? Потому что поддерживаю Навального. Живу рядом. Привет, скажи, почему ты здесь? Ну, а где еще быть? Привет. Почему ты здесь? Привет, скажи, пожалуйста, почему ты здесь? Потому что поддерживаю. А вы почему? Потому что поддерживаю, потому что я думаю, потому что здесь такое место, которое необходимо осветить. Потому что если видно, что к человеку приезжаешь... Тут церковь рядом, если осветить. Не в этом дело, через Е. Один за всех и все за одного работает. Да, премиум. Вот, я не вижу тут все за одного. Ну, точнее, вижу, но не все. К сожалению, а вы почему здесь? Я местный житель. А вы где? По какому возрасту? Да нет, это юмор догадать. Древняя купайка. Я местный житель. А, просто рядом. Вот зимой рядом тоже оказался. Ага. И здесь сразу. А вы здесь почему? Поддержать Алексея Навального. Угу. Думаю, тут много. Привет, говорят. Почему ты здесь? Я играю. Угу. Привет, скажи, почему ты здесь? Друзья? Да. Вот я... потому что у меня есть ругательство Конституции Российской Федерации. Вот, и мне важно для того, чтобы она была исполнена в полной мере. У нас гарант Конституции президент Российской Федерации. Вот, я нахожу несоответствие неких действий, соответствие с этой книжечкой. Мне интересно, как будут развиваться дальше события, поэтому я здесь. Я вижу сейчас нарушение Конституции по отношению к одному из людей, Алексею Навальному. Поэтому здесь. Могу зачитать письмо. А вы здесь почему? Ну, потому что надоел беспредел. Скажите, пожалуйста, почему вы здесь? Ну, что я понял, ты знаешь, то, что он решает работу, я не знаю никогда про них. Да. Лёрд, ну, вопрос, почему же здесь? Ну, мы здесь, чтобы поддержать Алексея. А ты почему здесь? Ну, и поддержать Алексея тоже. Ты подойди к полицейским, почему вы здесь? Почему вы пришли? Здравствуйте, скажите, пожалуйста, почему вы здесь? Почему вы здесь? Ну вот. Только два человека не знают, почему они здесь. А вы здесь почему? Не, они роботы, да, не умеют говорить. Они. А вы здесь почему у вас? По-моему, вы депутат, да? Да, я депутат, да. Я здесь рядом живу еще, к тому же, поэтому пришел не быстро. Я мог прийти сюда. И я бы даже пришел бы, если бы в другом районе жил. Но все равно. Мы сразу... да. Почему вы пришли бы? Я пришел почему? Да. Я хочу узнать, почему обыск у Алексея. В чем его обвиняют? Он, по-моему, был свидетелем по какому-то делу, да? Свидетели обыски не проводятся. Значит, нам должны сказать, в чем его обвиняют. Я так понимаю, что это политическая акция, которая имеет целью сорвать завтрашний марш миллионов. Как думаете, это получится? Ну, думаю, сорвать марш не получится. Просто отстранить от марша лидеров, там, Навального, Удальцова, Яшина, это может получиться, конечно. Тем более завтра они к 11 вызваны Следственный комитет. Понятно, спасибо. Вот, собственно, теперь мы узнали, почему люди стоят здесь. Я хочу задать еще один вопрос. Почему вы не здесь?